История любви Аллы Пугачевой и Максима Галкина – свидетельство того, что возраст – это всего лишь число. Алла Пугачева и Максим Галкин впервые встретились в 2001 году на фестивале «Славянский базар» в Витебске. Первое знакомство было благодаря тому, что Максим пригласил Аллу на танец на одном из вечеров фестиваля. Однако их романтические отношения начали развиваться после повторной встречи на дне рождения художественного руководителя концертного зала «Россия». Именно тогда Максим вновь пригласил Аллу на танец, что стало началом их близкого общения и романтических отношений. После долгих 10 лет вместе в 2011 году пара решилась на свадьбу. Церемония регистрации брака прошла в Кутузовском ЗАГСе. В следующий вечер пара устроила пышное, скромное, но стильное свадебное торжество в ресторане «Левьета» в Москве, собрав многочисленных звезд шоу-бизнеса. После рождения детей Лизы и Гарри Алла Пугачева временно оставила свою музыкальную карьеру, чтобы полностью посвятить себя материнству и семье. Она говорит, что благодаря детям чувствует себя счастливее и полнее. Она иногда выступает и даже недавно выпустила альбом. Алла Пугачева и Максим Галкин в настоящее время проживают в Израиле, наслаждаясь временем вместе и отдыхом от шоу-бизнеса.